Добрый вечер. Сегодня мы с вами услышим лекцию Ирины Анатольевны Кулик, Мирослав Балка и Моника Сосновская из цикла «Несимметричное подобие». Ирина Анатольевна Кулик – это знаменитый арт-критик и культуролог. Ирина Анатольевна, вам слово. Добрый вечер. Ну, сегодняшние наши герои – это двое ведущих современных польских художников. Это Мирослав Балка и Моника Сосновская. Они немножко разных поколений. Мирослав Балка старше. Вот. И это художник, который объединяет не только то, что они соотечественники, да? Объединяет это то, что оба они работают с пространством, оба они работают, знаменитые, прежде всего, инсталляции, некоторые инсталляции достаточно похожи, да, это пространство, это странные коридоры, это тупики, это несколько клаустрофобные пространства, которые они создают. Обоих их можно назвать, наверное, на первый взгляд, продолжателями традиции американского минимализма, да, это те же пространства, и, может быть, и постминимализм, и, может быть, при виде на их работу, первое, что приходит в голову, это там пространство, которое создавал Брюс Налман, да, или пространство, которое создавал Роберт Моррис, да, это та же самая работа, это довольно похожий материал, да, и для Наумана, и для Мирослава Балки, и для Моники Сосновской. Главным материалом их произведения является пространство. Но этот, аналогия с западным минимализмом, с американским минимализмом, она несомненно, существует, но она не так очевидна, и это продолжение не такое прямое, как кажется на первый взгляд, потому что работы Балки и работы Моники Сосновской только на первый взгляд кажутся, собственно говоря, абстрактными. Они не про форму, они не про пространство в его пластических качествах, они... Простите, ради бога, какой звук странный. Извините. Вам хорошо слышно? Потому что у меня уже звенит. Гудит, да, очень. Вот, и... пространство, с которым они работают, не имеют... Это не пространство формальное, это пространство... Это не физическое пространство, это психологическое пространство. И важны в этом и для Балки, и для Сосновской, важны, прежде всего, в тех пространственных ситуациях, которые они выстраивают, важно, прежде всего, наверное, их психологическое измерение. Это то, как это пространство воздействует на нашу психику, это то, как это пространство воздействует на наши воспоминания, на нашу память. Это пространство, которое является пространствами активизации памяти. И в этом, наверное, как раз радикальное их отличие от... американского минимализма, да, который не был психологическим, и который, помните, когда мы говорили про Роберта Смитсона, он писал, что художника, да, и теоретика искусства, который он писал про работы минималистов, про Джада, да, про Дэна Флавина, что это памятники наоборот, что это памятники, которые отрицают саму идею истории, отрицают саму идею исторического времени. Вот у Балки и у Сосновской как раз те памятники, те произведения, которые они создают, это прежде всего произведения, связанные с исторической и личной памятью. Это любое пространство возможно и существует только потому, что в это пространство впечатано наши воспоминания, и работают они прежде всего, как раз этим. То есть пространство является материалом для высказывания о памяти исторической и о памяти индивидуальной, о памяти личной, глубоко приватной, глубоко интимной, о памяти о том следе, который человек оставляет, который может человек оставить в пространстве, о том, что любое пространство является в каком-то смысле слепком нашего пребывания в нем, и о том, насколько это правда, насколько в это пространство, созданное по мерке каждого из нас, в этот слепок может войти другой человек. О том, что такое это историческая память, которая является памятью места, памятью в прямом смысле этого слова. Но истории, собственно, исторические пласты, с которыми работает Балка, с которыми работает Моника Сосновская, они принципиально разные, разные вот на те
17, по-моему, лет, которые их разделяют по возрасту, и оказывается, что это, в принципе, как бы, что это разница принципиальна, потому что для Балки важна история середины 20 века, память, с которой он работает, это и его личная память с детства, и это впечатанное через его опыт восприятия пространства, впечатанное в эту личную память, память о Второй мировой войне, память о Холокосте. А для Сосновской память, с которой она работает, история, с которой она работает, эта история не столь давняя, это на глазах стирающаяся, исчезающая память о социализме, о социалистической эпохе, о том, что такое была социалистическая Польша. А память, которую, в отличие от памяти Второй мировой войны, никто особенно не пытается сохранить. Наоборот, это, в общем, та память, которую по объективным причинам, да, по вполне понятным, многие хотели бы стереть, забыть и не думать об этом. Вот о том, как эта память все-таки более-неволе проступает, или о том, как она разрушается, как она руинируется, это то, с чем работает Моника Сосновская. Ну, собственно, первый наш герой, Мирослав Балка, начинающий, один из ведущих, один из самых известных сегодня польских художников, совершенно международно признанный, с участием в Биеннале, участник выставок по всему миру, художник, который с изготовлением предметов искусства, да, связан немножко наследственно, потому что его отец и его дед были связаны с культурой, они не были художниками, они не были скульпторами, но оба они изготовляли надгробия. Это такая... И это наследственность, да, такой, как бы, в работах Балки присутствует, потому что что-то связанное с той памятью, которая... память, у которой всегда связана с представлением о смерти, да, и о смертности, в его работах, конечно, присутствует. Учился он изначально не на физико-ядерщика, потом он решил изменить свою карьеру и заняться фигуративной скульптурой, и получил уже художественное образование. Учился он тогда скульптора, занимался тогда фигуративной скульптурой, но фигуративной скульптурой достаточно неортодоксального свойства, это не соцреализм, который, казалось бы, должен быть. Вот это наверное, как бы некое продолжение той традиции, которая существует в польском искусстве, такой несколько сюрреалистической, достаточно физиологичной фигуративности. Да, помните, на прошлой лекции мы говорили про польскую скульптрису как раз предыдущего поколения, Магдалену Абаканович, вот как она работает с фигуративной скульптурой. Как с фигуративной скульптурой и с объектом работал замечательный польский художник и театральный режиссер Тадеуш Кантор. Вот это немножко, наверное, эта традиция, но когда и традиция скульптуры, связанная с перформансом. А память о первом причастии, дипломная работа Мирослава Балки в качестве скульптора, который он делает в качестве скульптора, и который он делал, который немножко напоминает, да, может быть, вот эту детскую память, стирающуюся, покрывающуюся пылью, которая присутствовала в спектаклях и в инсталляциях Кантора, да, «Мертвый класс». Вот, и где есть такой почти автопортрет, вот он сам в детстве, мальчик сделан из бетонная скульптура, немножко напоминающая, не знаю, насколько в Польше это существует, но таких нечто между скульптурой, католической скульптурой мученика, это как раз существует, и таким гипсовым пионером из парка, который, наверное, тоже в каком-то варианте там существовали. Вот, и одежде у него, например, на пиджаке, вот этом первом взрослом пиджаке, которому веду к первому причастию, когда ты из ребенка становишься подростком, у него приколото красное сердечко, подушечка для иголок. И, собственно говоря, это первая скульптура защиты диплома, которую Балки представлял собой перформанс. Он не просто выставил эту скульптуру, не просто представил эту скульптуру своим преподавателям, он пригласил их приехать посмотреть специально эту скульптуру куда-то на окраины Варшавы, в заброшенный дом, и туда надо было долго добираться на автобусе, потом от автобуса надо было идти пешком, и когда это коллеги преподаватели шла в каком-то автобусе, ведь он проклинает дорогу, все, и в поисках этого заброшенного дома. Их догнал, собственно, Мирослав Балка, который ехал на детском велосипеде, одетый как к первому причастию, и указал им дорогу. И указал им дорогу, когда они пришли в этот дом, нашли этот
то есть было такое возвращение в детство для него. Он попросил всех взять булавки и прокалывать булавки в это самое красное сердечко для булавок, которое висело. То есть это был такой как бы странный ритуал, ритуал инициации, ритуал взросления, потому что и первое причастие, и защита диплома — это ритуалы. Но ритуал, в котором было нечто такое смутно-магическое, да, вот католический ритуал, несколько оккультного толка, и вот этот как бы странный католицизм, который проваливается в мистику, который проваливается в магию, который проваливается в суеверие, был, собственно, темой первых декоративных культур Балтии, которые он делал в 80-е годы, когда он занимался декоративной культурой. Насколько после пасхальной выставки кролик на самом деле абсолютно здесь превращается в какое-то языческое существо. Что такое эта странная скульптура, которая скульптура призраки, скульптура населяя мучеников, скульптура скульптура вот эта исчезающая, но при этом достаточно присутствующая в Польше, мощно присутствующая в Польше католической традиции, которая была связана как бы в то время, да, это вот как бы такое начало конца советской эпохи, и это момент, когда было довольно, когда, собственно, современное искусство очередной раз там изгонялось из государственных институций и находило прибежище как раз в католической церкви, которая была антикоммунистической, и которая предоставляла площадки под независимые выставки современного искусства, что, конечно, с одной стороны, совершенно прекрасно, с другой стороны, это то, что как бы вот это такой странный симбиоз антикоммунизма и католичества и патриотизма, который потом, впоследствии, уже в те времена стал давать о себе знать, потому что католическая церковь, как и православная церковь в России, оказалась довольно мощным рычагом цензуры и истории про оскорбленные чувства верующих. В Польше тоже вполне себе, в том, что касается искусства, тоже вполне себе присутствует. Вот, и то, что делает Балка, он пытается как раз выйти из территории там, конвенциональной патриотической, католической духовности, и которая там присутствовала и за пределы территории официального искусства, найдя некий новый, странный, почти готичный вариант вот этого вот такого фольклорной религиозности, где есть Каин, где есть эти скульптуры, которые так же, как и скульптура Магдалины Абаканович, сшиты из тряпок, это тряпичные фигуры, в которых есть мама. Черная магия, в которой делают вот такого совершенно языческого невероятного идола, черного папу с черной овцой, отсылающего к пророчеству Нострадамуса и вот к фольклору, да, городским легендам, что когда изберут черного папу на престол, то настанет конец света, и вот он делает эту апокалиптическую абсолютно фигуру со слезами, текущими из глаз. Вот. И, собственно говоря, и делает вот такую вместе со своим соавтором того времени, Мирославом Пилоником, делает вот такую вот как раз тоже абсолютно вудуистическую, да, инсталляцию, очень скабрёзную, сюрреалистическую, посвященную африканскому диктатору современному Бакасе, диктатору и людоеду, насколько как говорят. Вот. И как бы, в каком контексте он тогда существует? Балк существует не сам по себе, он входит в группу художников, и как раз Мирослав Филоник — это его соратник по этой группе, группа с очень занятным названием новая беременность, где первое слово берется немецким, новое, как новая вещественность, да, второе слово берется русское, и вот из этих двух слов, как бы, двух стран под властью, которой находилась Польша, да, двух угнетателей Польши, возникает вот это какое-то потенциальное возможность вот этой новой новизны, да, новой беременности. И, ну, название ФАВ, как бы, и занималась эта группа не столько как бы и созданием инсталляции в таком стиле, ну, то, что у нас называлось нью-вейвом, да, вот когда эстетика трэшевая, нарочито пугающая, мусорная, контркультурная, панкская, да, отчасти. И занимались они перформансами, и
как бы скульптуры того времени, да, вот как эта защита диплома, которую делает Балка, они отчасти были такой, вот это, как предполагали вот этот потенциал перформативности. И один из перформансов, который он делает в то время, «Бумеранги мира», делает он это на празднование, на 41-ю годовщину окончания Второй мировой войны, и заключается его перформанс в том, что он швыряет гипсовые бьющиеся бумеранги, наполненные угольной пылью, пеплом и песком, в стену. На эту стену идут проекции каких-то идиллических видов Польши, там прекрасных церквушек. Вот, он швыряет об стену эти бумеранги, которые разбиваются и рассыпаются, и в воздухе рассыпается вот этот вот пепел, песок и уголь, и как бы воцаряется вот это, буквально этот воздух, атмосфера окончания войны, руин, пепла, да, и вот в этом самом состоянии, в этом, вот эти руины, это память руин, память, которая физическая, да, вот этого скрипящего на зубах, лезущего в легкие песка и пепла, это тот, как та память, с которой он работает, даже если это начинается в виде такого нарочито контркультурного хулиганского перформанса, связанного с грязью. Вот. И, ну, вот, собственно говоря, эти скульптуры, с которыми он в то время работает, скульптуры, которые, в которых всегда есть немножко он сам этих всех персонажей, такое возвращение в детство, и в которых возникает, собственно говоря, одна вот названная, да, главная его тема – история. История, у которой нет головы, у которой есть какие-то горшки, как вот именно это физическое измерение истории. А история, с которой он начинает работать, когда он на рубеже 80-90-х годов, собственно говоря, отказывается вот этой фигуративной скульптуры, которая у него была вполне замечательная и не ученическая, вот, и выбирает другой вариант, он начинает работать с инсталляциями. С инсталляциями вначале еще продолжающими, да, вот этот немножко такую эстетику хоррора, да, с которой он работает, где есть гробы, где есть домик, где есть, собственно говоря, то, что как бы тела уже нету, человеческой фигуры нету, но есть то, с чем человек себя соизмеряет. Да? То, где я живу, то, где я буду, то, где я существую при жизни, дом, то, где я буду существовать, когда я умру, вот этот гроб по мере человека. Вот, и присутствуют религиозные символы, вот эту такую же инсталляцию, тоже связанную с могилами, с надгробиями, вот с таким вот тем, где упокоится тело, и с крестами, с крестом, который тоже распятие, которое тоже что-то связанное, тоже на самом деле сделанное по мере человеческого тела. Вот он будет делать чуть позже, в 2003 году, где это еще переворачивает пространство с головы вверх ногами, размыкая его, выходя из пространства галереи в окно. Интересно, как у него как бы, буквально на протяжении нескольких лет уходит абсолютно, уходит нарративность очевидная, да, вот такая вот работа, которая посвящена, названа фразой из «Портрета художника в юности» Джеймса Джойса, в которой еще есть постель, да, обстановка, еще есть фигуративность, это еще обстановка дома, это еще что-то напрямую связанное с телом. И вот 89-й год, это почти то же самое, эти предметы уже становятся все более и более абстрактными. И 90-й год почти та же конфигурация пространства, в которой не осталось ничего уже от вот этой самой повествовательности, нарративности, опознаваемых объектов, которые там были. Это вот те самые уже не предметы, еще не скульптура, да, с которыми он работает, которые он называет цифрами достаточно часто. И сами эти цифры всегда связаны, почему эти цифры присутствуют, что это такое, эти цифры всегда связаны с измерениями, как с измерениями его собственного тела. Да, как бы, то есть это нечто, это некие абстрактные формы, в которых все равно, которые уже не являются фигуративной скульптурой, но которые по-прежнему рассказывают о человеческом теле, которое по-прежнему соразмерно человеческому телу, там есть какие-то простые подсчеты, сложные подсчеты, да, 190 – это его рост, да, вот откуда берется 30, откуда берется 7, откуда берется 50, так, как бы, возможно, различные варианты, откуда берутся эти материалы, только для каких-то работ он берет кусок
линолеума из полок своего дома, своей квартиры, в которой он вырос, а его дом, его, собственно, место, в котором он до сих пор работал, в котором у него до сих пор мастерская, это тоже что-то для него важное. Во-первых, это дом семейный, где были вот эти, где жили его дед и отец, как бы эти похоронных изготовители надгробий, где, как во многих, да, не советских семьях, где было важно, это что как бы историческая перемена, это когда там переклеили обои или переложили полы, вот эти как бы из одного дома переселились в другой, там что дом был, оштукатурили стены в деревянном доме. И вот эта память материалов, которая является исторической памятью, она также как бы перенесена в эти инсталляции. А, и как бы личная память, семейная память, приватная память, в данном случае просто вот инсталляцию берет кусок линолеума с пола этого дома, вот, но при этом само это место, сам этот городок, так это неподалеку от Варшавы, это также город, в котором он с детства натыкался на обломки истории, да, что когда ты там ребенком играет, он видит какую-то непонятную ржавую загородку, на которую натыкается, и выясняет, что эта загородка, скорее всего, это ограда, сломанная, это ограда еврейского гетто, которая в этом городе была, как и везде, да, что это город, городок, который заполнен пустующими, санаториями, потому что прекрасный климат, туберкулезные санатории были, и которые все были, пришли в упадок и были разрушены во время Второй мировой войны, потому что большинство владельцев и большинство пациентов этих санатории были евреями, да, и вот это как бы абсолютно наполовину опустевший город, который опустошен Холокостом. И для Балки вот эта память, да, и степень участия самих поляков в Холокосте тоже то, с чем он постоянно работает. Вот, и вот как бы все эти как бы странные, собственно говоря, то, что с чем он работает, это всегда ощущение не вот такого, как бы. Как выглядит минималистская инсталляция, это почти то же самое, да? это почти похоже на западный минимализм, на Морриса больше всего, наверное. Но это минимализм, в котором в этих предметах есть прошлое, да? не материалы, из которых это изготовлено, а предметы. У них у всех есть какая-то странная обшарпанность, странное ощущение памяти, которое за этим стоит, странное соизмерение с какой-то функциональностью, которая утрачена, поэтому возникает вот эта вся серия крыш, да, которые крыши, и которые по-прежнему находятся на высоте его роста. Вот это как бы мне только 190 познать, измерение параметров художника, которые более-менее публично известны, там кто-то из этого размах рук, да, по еще что-то. Это всегда обломки чего-то, которые выстраиваются в эту самую минималистскую композицию. Это найденный объект, да, вот этот мотоциклетный шлем, который находится на обочине дороги, и который демонстрируется в темноте. У него была одна из самых грандиозных выставок, собственно, которая видела. Ретроспектива, которая была в прошлом году, в Милане, в огромном выставочном помещении, бывший ангар, фабричный ангар Пирелли. Это выставка, которая целиком проходила в темноте. Все работы там светились только своим очень слабым цветом, и вот этот объект надо было подсвечивать фонариком. Когда он подсвечен фонариком, он оказывается луной, и вообще эта работа — это посвящение Юрию Гагарину. То есть тоже так из-за этого. И при этом это и луна, и что-то связанное с человеком, это голова, и найденный на обочине дороги шлем, в общем, мотоциклетный, в общем, навевает на мысли об аварии, скорее всего, что там что-то было не очень благополучно. Вот, и поэтому у них всегда есть вот это ощущение брошенности, случайности, разрухи и материала, да, материал, который всегда как бы важен, потому что это важен тем, что это бытовой материал, и сам Балка говорит, что для меня, например, очень важно, что это не в принципе бетон, не в принципе кирпичи, да, а вот этот конкретный кирпич. У кирпича есть собственная память, у каждого кирпича есть индивидуальность. Это тоже то, что отличает его работы от работ Карла Андре, да, например, у которого на материал это всегда вот материал из таблицы Менделеева. А здесь этот материал не из таблицы Менделеева, а откуда-то из какого-то дома. Он был частью чего-то.
Малкольм говорит в одном из интервью: история материала важнее, история материалов может быть более общая, чем история искусства. И история искусства, и дело искусства не в том сегодня, чтобы создать что-то принципиально новое, до этого не существовавшее, а в том, чтобы по-другому высветить, по-другому позволить увидеть что-то привычное, знакомое, функциональное, да, обиходное, полезное, лишить его пользы. Лишить его функциональности, показать его как облом, да, как руину, вот то, с чем он довольно до настоящего момента работает. А и как бы это работа с материалом, работа с пространством, вот такая вот инсталляция, которую он делает в Лондоне для галереи Тейт, собственно говоря, которая вся измерение его тела, да, вот эти две. Цилиндр — это цилиндр, который его рост, это как бы некая инсталляция, в которой зашифровано его тело, в которой зашифрованы его параметры, которые являются тем самым слепком себя, который ты оставляешь, это единственное пространство, которое ты можешь создать. Вот, если там как помянутая уже сегодня Магдалена Абаканович, когда она делала свои скульптуры, как из дерюги скульптуры, как пустые оболочки, я думаю, что это кожу, которую я сдираю с себя и оставляю за собой. Да? Вот это тоже пространство, как кожа, которую ты содрал с себя и оставил пустой. Да? Вот в этом пространстве он приглашает. Поэтому всегда в этих материалах есть еще некая странная, пугающая, внезапно проявляющаяся телесность и физиологичность. Да? Два кирпича с зубами, которые улыбаются. Две улыбки. Да? Почему у них монтированы зубы? А вот такие вот глазки, которые обнаруживаются вот в этих самых двух фигурах тоже, которые оказываются соразмерны человеческому росту. И вот такой странный предмет, странные объекты, которые он использует, которые существуют, судя по всему, только в Польше, называются эти медицинские шарики, мячики, которые чем-то набиты травой, видимо, и мячики, которые используются для... Потому что надо сжимать руками, физическая терапия. Мячики, которые для него очень важны, во-первых, как какой-то обиходный предмет, да, вот такие медицинские мячики, которые продаются в аптеках, вот, и которые не являются шаром, потому что его, как только ты его сжимаешь, он утрачивает вот эту свою идеальную геометрическую форму, и это что-то, что связано с телом, это что-то в этой своей бесформенности, что-то, что, как писал один из критиков, как бы впитало в себя человеческую усталость, это усталая форма, это усталый шар, который устал быть шаром, впитав в себя человеческую усталость, и эти шарики, вот эти мячики, так... гирлянда присутствия открывала одну из таких достаточно значимых для Балты галерейных выставок, первую выставку, если не ошибаюсь, знаменитой лондонской галереи YQ, которая называлась «Карма», которая как бы состоялась, вот, такая пустынная выставка, где в первом зале висит вот такая вот гирлянда этих самых мечей, в следующем стоит стена, посреди, и в следующем просто как бы стены покрашены в серый цвет. Но как бы что там происходит, почему это карма, и почему это как-то сбивает с толку читателя, потому что все зрители, потому что элементы, все эти элементы этой выставки, этой инсталляции находятся в движении, и вращаются эти гирлянды мечей, вращается вокруг собственной оси, как вы видите, подвешенная в воздухе стена, которая может себя задеть. И вращаются они против часовой стрелки. То есть это вот как бы карма, да, колесо. То, что позволяет как бы уйти от времени. То есть это история о времени, о бренности, о возможности ее преодолеть. И стены в последней комнате не покрашены серой краской, они покрыты пеплом. И это единственное неподвижное, как бы, неподвижное пространство в этой выставке, потому что в этом пространстве должен вращаться вокруг себя, вращаться, разглядывая, глядя по сторонам, сам зритель, который до этого наблюдал это вращение. И высота этих стен — это опять-таки рост самого художника, но с вытянутой рукой, вот насколько высоко он может поднять руку. Вот, и это как бы связь с телом художника, но и с телом зрителя. То, что должно активизировать тебя, то, что должно как бы... Они во всех работах присутствуют. Вот такая вот работа, которая смутно напоминает какое-то орудие пытки, пожалуй, что вот эти
должны крепиться, там, не знаю, руки, ноги, как что, что это должно быть, как что-то там этом такое пугающее средневековое есть, а что-то, что выбивает у тебя землю из-под ног, как целая серия работ вот с такими рампами, которые он делает, на которые надо встать, лечь. Это всегда что-то, на что ты можешь подняться вроде бы, но что-то, что уходит из тебя из-под ног, и вот такие вот рампы, тоже, что важно в контексте, что должно читаться в контексте вообще интереса в Балтике. Стоят это рампы, которые вели в Варшавское гетто, там, чтобы попасть в гетто, надо было подняться вот по такому переходу. И это эти переходы, которые он туда тоже вписывает. То есть, ты, с одной стороны, ты можешь подняться, прогуляться, как-то изменить, оглядеться по-другому. С другой стороны, это что-то, что уходит от тебя из-под ног, как вот такой вот шатающийся пол, да, на котором надо попытаться устоять и почувствовать вот эту неуверенность в себе. Или вот такая вот странная инсталляция, которая из поддона найденного, да, на котором стоит логотип Deutsche Bahn, немецкие железные дороги, и который подсвечен так только, что кажется, что ты на нем вот как бы как на костре, в общем, будешь, что это скоро загорится под тобой. Вот. Балка действительно делал монументы и памятники, довольно ранняя его работа, это памятник жертвам кораблекрушения, потому что парома в Эстонии, памятник, который стоит в Стокгольме, памятник, который сделан как лабиринт, да, это вот одно из первых таких клаустрофобических тупиковых пространств, которые Балка создает, и которые также являются вот одним из его постоянных, можно сказать, сюжетом, да, с которым он работает. Один из первых таких лабиринтов, тоже что-то, что уже не столько смиряя, не только зашифровывает в себе тело художника, хотя там все равно какая-то игра с его там ростом, размахом рук и так далее остается, но и каким-то образом манипулирует телом и сознанием зрителя. Вот такой вот коридор, который он представлял на Венецианской биеннале, напоминающий, да, вот как раз больше то, что действительно очень напоминает коридоры и такие клаустрофобные пространства, которые создает Брюс Лауман. Но это коридор, в котором еще есть запах, потому что стены этого коридора покрыты слоем мыла. И мыло, вот этот знакомый всем запах, коридор, через который ты проходишь, как мыло, то, что всегда с младенчества, когда тебя моют, до гроба, когда ты уже омывал тело, вроде бы всегда с тобою, и когда этот коридор, когда, и, может быть, когда проход по этому коридору воспринимается еще как некое ритуал очищения, да, с этим знакомым, родным, не всегда приятным запахом. Коридоры, в которых всегда есть игра, да, ты здесь присутствуешь, ты здесь отсутствуешь, вот такой вот коридор, в который предлагается войти зрителю, но он освещен тусклой лампочкой, в тот момент, когда ты входишь в этот коридор, лампочка гаснет, и ты оказываешься в темноте, и только когда ты выходишь оттуда, свет опять зажигается. Это всегда вот пребывание в темноте на выставке, особенно когда там есть другие зрители, это всегда довольно интересный опыт, и Балка его много раз дает почувствовать. А вот такой тоже клаустрофобический коридор, в данном случае отсылающий как раз к истории концлагерей, и коридор, по которому должны были пройти перед тем, как узники концлагеря, перед тем, как они в комнату, где они должны были раздеться, перед тем, как идти в газовые камеры. Это размеры этого коридора в Треблинке, с которым он работал. А вот такой вот коридор, который с похожими, да, это может быть, который заводит себя куда-то не туда, который заводит себя в тупик, в котором работает Балка, а коридор, и при этом коридор, который может быть освежающим, потому что в этом коридоре включены вентиляторы и идет поток свежего воздуха постоянно, или сквозняк, да, как это воспринимается. И, может быть, одна из самых грандиозных его как раз таких клаустрофобных историй — это проект, который он делал для турбинного зала Tate Modern, да, одно из самых больших выставочных и амбициозных выставочных пространств в Европе, когда есть, ну, Tate Modern, бывшая электростанция, гигантский турбинный зал, где каждый раз это такой вот конкурс на
монументальность. Кто может забыть? Помните, мы там, кто был на прошлой лекции, мы говорили про Хуана Муниса, который там целый спектакль и скульптуру устраивает. Там кто-то помещает одну огромную, одну гигантскую работу, кто-то придумывает историю. Там как раз Науман делал, оставлял это пространство пустым, и там только звуки были. А здесь как бы в нем балка строит такой огромный контейнер, в который надо подняться по рампе, и люди, которые туда поднимаются, естественно, это не один человек, это гигантское пространство, соразмерное этому залу, и когда ты туда поднимаешься, ты оказываешься в полной темноте, это напоминает вагон, в котором тебя везут, депортируют, да, это как бы одна слишком лобовая ассоциация, потому что я думаю, что само это ощущение вот этой темноты, огромности, любопытства, взбудораженности, какого-то смеси страха и ожидания, да, оно гораздо сильнее и не так очевидно артикулируется, как вот просто, да, такая иллюстративность к страшной памяти Второй мировой войны, потому что там по себе темнота довольно, в общем, увлекательный опыт, да, это не обязательно что-то страшное, это не обязательно что-то отрицательное. В любом случае, это что-то неповествовательное, вот как бы его проект, который он строит там, действительно циклопических размеров. Вот, если, как бы, опять-таки, еще вот такой паблик-арт, сделанный в Кракове на улице, которая идет к музею, Краковскому музею современного искусства, а уж величко, да, такой проект достаточно ироничный на самом деле, то есть это не история про такой мемориал, а история про такая ирония жесткая по поводу современной Польши, где в туристические программы включают в один день, да, как бы две рядом находящиеся достопримечательности, собственно, посещение Аушвица и соляных копий величко, да, вот как бы. А почему нет, оно рядом? А что такое эта память, что такое этот туризм, как бы вот когда тебе после посещения Аушвица предлагают еще что-то интересное посмотреть, раз уж оно рядом, да, и вот он как бы пишет эти слова вместе и предлагает вот такое странное путешествие, опять-таки, по этому туннелю, где эта надпись читается как пятна света, да, на стене. А вот вообще как бы некие ажурные, световые, темные, свет и тьма, да, тоже с которыми он работает, тоже один из таких эскиз, как бы почти несуществующая, почти вымышленная виртуальная архитектура, которая может быть не менее клаустрофобной, чем глухие коридоры, которые он строит, вот таких вот измерений, клетка, да, сооружение, напоминаю, называющееся зоопарк. Что это такое, почему зоопарк? Это конкретная история, это опять-таки история, отсылающая к памяти Второй мировой войны. В Треблинке, в концлагере Треблинка, один из надзирателей, каких-то начальников этого концлагеря, решил для своей семьи, своих друзей сделать зоопарк. Да, вот, потому что развлекаться-то надо чем-то нам тем, кто там работает. И, собственно, вот эти измерения этого зоопарка, которое действительно там существовало, такое совершенно невозможное место, да, там зоопарк в концлагере, это то, что как бы то, что и архитектура, это то, что повторяет, немножко меняя их, да, балка, выстраивая вот такое вот призрачное сооружение, которое в одной из версий стояло в музее, в том же зале, где висела живопись, да, ну, встроенная, да, когда в классическую экспозицию встраивается современная работа, и делала довольно, и была еще довольно странным как бы опытом для самих зрителей, которые, во-первых, оказывались внутри клетки, да, и они через эту клетку смотрели работы, которые висели на стенах. Во-вторых, они оказывались как звери в зоопарке, они оказывались и зрелищем для тех, кто находится вне этой клетки. Вот, и такая же структура решетчатая в форме креста, которую он строил для и в которой как раз были эти вентиляторы, нагоняющие воздух, то есть у тебя что-то, что является почти незримым, да, но предельно физическим, с воздухом, да, и тоже с этой ситуацией, когда что ты видишь, куда-то, где тупик, где это пространство открыто, по-моему, оно там куда-то в какой-то момент заводит в тупик. Вот, ну, вот это, и, собственно, вот эта темная выставка в ангарах Пирелли, это фотография с этой экспозиции. Вот, и такая только-только еле-еле отмеченная, да, почти не архитектура, только некое гипотетическое пространство с этой лампочкой, которая горит. В
в 2000-е годы, как определенный период своей биографии, Балко занимался видеоискусством, видеоартом, причем сам он как бы это видеоинсталляциями снимал, он ручной, непрофессиональной камерой, и говорил, что его работа с видео, что камера для него это подобие пылесоса, да, что ты находишь какой-то какой-то мусор, да, какой-то непонятный образ, засасываешь его в этот пылесос, чтобы потом, когда в какой-то момент вытрясти все из этого контейнера, разобраться, что тебе понадобилось, что тебе не понадобится в этом мусоре, что тебе понадобится в этом мусоре. То есть это некая работа с мусором. В данном случае вот такой случайный, как бы совершенно не картинка, да, которая засосалась в эту камеру пылесос, это газовые конфорки, да, такой немножко которые, в которых есть и устаревший такой советский быт, потому что очень мало же, да, где есть газовые конфорки, не электрические, где есть, да, как не столько Балко об этом где-то говорит, сколько все. Так, где само это название «Голубые глаза», «Газовые голубые глаза» — это цитата из Пауля Целана, поэта, прошедшего через Освенцим, выжившего там, и поэтому возникает ассоциация тоже с газовой камерой, может быть. И где это сама эта трясущаяся картинка, которую он снимал, которая появляется, важна, опять-таки, как память тела, потому что он снимал как можно ближе с руки, и в тот момент, когда картинка дергается, это когда газ становится слишком горячим, он начинает обжигать руку, и приходится отодвигать камеру и отдергивать руки. Вот такая вот выборка, как это невероятно красиво было инсталлировано. Это выставка Балки, которая была в 2011 году на Винзаводе, выставка «Фрагмент», которая объехала многие музеи, потому что, собственно говоря, это была выставка, на которой были представлены только его видеоработы, в тот момент, когда он решил, что видео он больше не будет заниматься. Это такое было прощание с видео, вот этот фрагмент его биографии. Вот что еще у него было с видеоработами? Вот такая вот как бы история про косуль, которые живут недалеко от территории бывшего концлагеря в Польше, и как их подкармливают там, и озерцо, да, такое идиллическое, очень красиво, на самом деле красиво снятые зимние пейзажи с этими косулями и с озерцом, в которых в свое время пепел, да, сбрасывали. И название, да, потому что олени, косули, там, Бэмби. Бэмби — фильм Диснея, который, знаменитый фильм Диснея, который снят был во время, сделан был во время войны, он 1942 год. Вот как это все во времени пересекается, эта память. Вот. И, собственно, многие его видео, это, опять-таки, напоминание об этой пространственной, да, памяти Холокоста, потому что эти места существуют, буква «Б», снятая с обратной стороны, из знаменитой надписи «Работа делает свободным» на двери, на воротах Аушвица. А вот такая очень ироничная, вот, собственно, эта надпись, и такой очень ироничный, переснятый с телевизора сюжет про то, как папа римский Бенедикт посещает Аушвиц. Не папа, который был немцем, да, по происхождению, приезжающий в Аушвиц с таким вот роскошным кортежем с кучей охранников на немецкой роскошной машине Audi. Да. Там никаких особых комментариев по этому поводу художник не дает. Он просто действительно переснимает слайд фильма, телевизионный репортаж. Цифра 4 минималистская на белом экране. Отсылка к фрагменту из документального фильма «Шоа», знаменитого фильма Клода Ланцмана, да, французский документальный фильм, посвященный Холокосту, где это интервью с женой одного из надзирателей Треблинки, по-моему, которые ее спрашивают, а вы сколько людей было, погибло в этом лагере? Она говорит, я не помню, то ли 40 тысяч, то ли 400. Я точно помню, что там была цифра 4. Вот это возникает эта цифра 4 с этим диалогом. А возникает из того же фильма фрагмент, это интервью с закольцованный фрагмент, снятый с экрана, да, то есть это такой как бы пиратаж этого фильма, с одним надзирателем концлагеря, который говорит, что у нас условия в Треблинке были гораздо примитивнее, чем в Освенциме, там, что-то
принципе, страшно, что может быть что в данном случае более примитивно, что менее примитивно. Он, собственно, закольцовывает это интервью. И как он это выставляет, да, что это видеоинсталляция, что довольно часто это экраны, это поддоны, засыпанные солью, да, на которые проецируется видео, такие очень материальные. И вот такой вот фильм, это карта, в данном случае это карта Люблина, на которой отмечены все места массовых убийств, но это карта, которая выглядит как супрематическое полотно, да, как со всей историей про то, как про взаимосвязь авангарда и языка авторитарных культур. И как бы это другая память, с которой он работает, память почти нематериальная, память дематериализующаяся, балка, которая выстраивает эти грандиозные инсталляции, да, с туннелями, с архитектурные почти, и он же, который может работать просто с абсолютной нематериальностью памяти, с проект, сделанный для Центра современного искусства в Словакии, по-моему, и название нужно прочесть в обратную сторону. Это синагога, это Центр современного искусства бывшей синагоги, в которой единственное, что он сделал, поставил 7 машин, которые генерируют снег. Да, и вот в этом посреди 7, как 7 свечей, и посреди лета в этой синагоге в помещении шел снег. И это было тоже ощущение такого какого-то разрыва времени, возвращения назад, возвращения в те времена, когда этот выставочный зал был синагогой. И такое тоже невероятное просто физическое ощущение вот этого снега, как у Тарковского, да, комната, в которой идет дождь, да, вот это помещение, в котором идет снег. Вот такая вот работа, сделанная для музея Фрейда в Лондоне, вернее, для двух помещений. Одна инсталляция была в музее Фрейда вот с этими измерениями, с названием, в котором зашифрованы и Бог, и травма, и, собственно говоря, наука толкования сновидений Фрейда. Минималистская инсталляция из деревянных ящиков. Нам еще нужно, да, название. Это название из документов, из письма, опять-таки, надзирателя Треблинки, который пишет, какие материалы нужно поставить. Да? Досок не хватает, еще чего-то. И, собственно говоря, все как бы размеры этих ящиков — это размеры, которые все взяты из этого письма. Треблинка — лагерь, в котором Фрейд в Лондоне оказался, потому что он бежал от Холокоста, а две его сестры погибли в этом, сестры Фрейда погибли в этом лагере, поэтому вот здесь эта история, память, измерение абсолютно вписаны вот в то, что кажется вот такой вот изящной минималистской инсталляцией с вот таким вот странным, единственным многогранником, который отсылает к геометрической фигуре с гравюры Дюрера «Меланхолия», да, и как бы вот еще как бы наружная часть этой инсталляции и продолжение этой работы, тоже как бы вторая часть того же проекта, показанная тоже в то же время в Лондоне уже в галерее White Cube, вот с этой как перевернутой колючей проволокой, которая затянут потолок, и частью этой инсталляции был опять-таки тоже многоугольник, только бетонный, и в общем, была аудиоинсталляция, там была музыкальная тема из замечательного фильма начала 60-х «Великий побег», про побег американских, по-моему, английских и американских заключенных из немецкого концлагеря, такой прекрасный, жизнеутверждающий боевик. И это тема, которая была напета сотрудниками галереи, да, которые насвистели тему этого фильма. Вот. Ну, собственно говоря, память не столь давняя, память повседневная, современная у балки, тоже физическая у балки тоже присутствует, да, вот такие вот инсталляции, это обмылки. Обмылки, которые иногда принято в некоторых семьях принято собирать, да, вот как много, если собрать много обмылков и скатать из них шар, он будет разноцветный, хорошо пахнущий, им еще можно помыться. И он собирал эти обмылки по реальной обмылке из домов различных, огромные, да, много лет собиравшаяся работа обмылков из, да, домов жителей Варшавы, да, обмылки, каждый из которых хранит действительно память тела, да, вот этот мыльный коридор, вот это прикосновение, что-то, что одновременно и чистота, и грязь, да, потому что через сколько рук это прошло. Такая же история, сколько коврики, половички, которые он собирал, по-моему, жители Кракова в обмен на новый, вот как бы старенький коврик
набрать, на это можно получить новый коврик, из которых выстраивается огромное пространство, коврик, в котором тоже есть вот эта странная как бы граница, да, свое-чужое, внутри-снаружи, коврик как символический жест очищения, перед тем, как войти в дом, надо вытереть ноги, да, надо оставить вот эту грязь, которая грязь внешнего мира на этом коврике, вот этот коврики, которые как бы вобрали в себя эту грязь, и которые тоже выстраиваются в такие огромные пространства и даже превращаются впоследствии в нечто вроде ковра-самолета и с отсылкой к той же самой крыше, да, которая у него уже появлялась. И еще один сюжет, который у него постоянно присутствует, это сюжет с фонтанами, с водой. Ну, так, в общем, отсылка к писсуару Дюшана, естественно, да, вот у нас, который называл фонтан, где действительно есть еще одно клаустрофобное по размеру человеческого роста тупиковое пространство, которое, несомненно, является пространством мужского писсуара. Но из этого этот писсуар действительно является фонтаном, потому что там есть крошечная струйка воды, да, которую можно помыть руки, попить. То есть эта вода здесь все-таки существует. И дальше такие работы фонтана, у него появляется вот такая паблик-арт для территории. Это в Сан-Франциско он стоит, где слово «исцеление», да, «целебная вода», которое можно прочесть только в виде тени, так же, как и Аушвиличка. И в этом всей огромной конструкции она действительно, как ни странно, фонтанчик для воды, который можно попить, да, и именно, может быть, возможно, эта вода исцеляет. Вот такой вот грандиозный фонтан, до которого нельзя дотянуться, тоже работа, которая была показана в том числе в ангаре на Миланской выставке, огромный контейнер, в который постоянно течет черная жидкость, да, вода, до которой нельзя дотянуться, откуда нельзя попить, и вот это вот недостижимая влага, и вот такая же штука с шумом, да, он с гулом этой воды, и такой как бы еще более грандиозный повтор этой штуки, которая была потом несколько лет спустя. Вот, но при этом у него как бы часть работы уже совсем дематериализованная, желтый нерв, как бы вы ее почти не видите, да, это тоненькая нитка, которая висит через музейное пространство, и смысл которого в том, что она колеблется от дыхания зрителей, да, что когда ты проходишь мимо нее, ты ее не видишь, но она тебя видит, она начинает колебаться. А вот такая как бы уже более ощутимая работа, что-то подобие хлыста, который постоянно в ярости, в общем, бьется, да, и крутится, когда в этом самом музейном пространстве. Вот такая тоже еле заметная желтая линия, да, которую ты не видишь, когда ты входишь в выставочный зал в темноте. И совсем нематериальная работа, такой проект, который он делал для музея Киасма, где какие-то участки стены музея были нагреты, они были температурой человеческого тела. Вот где-то у тебя стена, и крошечный участок этой стены, он температуры 37 градусов, и ты должен найти его на ощупь. Да? И потом эти участки, по мере того, как шла работа выставки, эти участки становились заметными, потому что люди оставляли следы на белых стенах. Вот, по степени захватанности стены можно было определить вот эту температуру тела и, собственно говоря, след человеческого тела. И похожая работа, которая была на входе на выставку в ангарах Пирелли, когда надо было открыть дверь, и ручка дверная была нагрета до температуры человеческого тела, и, собственно, все, и в этом и заключалась работа. Вот такая как бы присутствующая память места. Вот Моника Сосновская, следующая наша героиня, начинающая с живописи, с живописных таких реалистических картин, представляющих разные формы пространства, да, и то, как из этого привычного хлама и привычных бытовых вещей выстраивается какой-то квазиабстрактный мир, который постепенно проявляется в этих вещах. Она получила образование в Варшаве, потом стажировалась в Амстердаме, и в Амстердаме сделала, вот опять-таки, в продолжение этого повседневного обиходных вещей, которые могут получить другую жизнь и преобразиться, сделала вот такой вот проект дополнительной иллюминации, когда в день
летнего солнцестояния. Она зажгла на крыше Королевской академии, где она искусство в Амстердаме, все возможные лампы, да, которые смогла найти, бытовые лампы, домашние, да, торшеры, светильники, там такая стоит какая-то такая, да, икея очевидная, которую она собрала, чтобы эти лампы помогали гореть солнцу, которые так само вот присоединились к этому самому длинному световому дню года. А, и как бы возвращается первый, как бы один из первых ее проектов в Польше, который она делает, это посвящение Алисе в стране чудес. И это четыре коридора от Филады из четырех комнат, которые все построены как оптическая иллюзия. Да? Когда ты входишь в следующий коридор, ты испытываешь те превращения, которые испытывает героиня Льюиса Кэрролла, которая то уменьшается, то вырастает. Да? Там каждая из этих комнат другого масштаба. И поэтому это от Филады, которая кажется бесконечной, на самом деле крошечной. Просто следующая дверь вот, так, вот, вот такая, а следующая совсем вот такая. И с этими оптическими иллюзиями пространства Сосновска продолжает работать, делая вот такую вот почти несуществующую комнату, которая затемнена, и которую можно смотреть через, только через дверь, где одна половина двери стеклянная, а другая зеркальная. Ты что-то видишь, что-то не видишь, у тебя там есть несуществующая темная комната. И дальше она начинает выстраивать вот такие вот лабиринты, в которые можно войти, в которые нельзя войти, которые непонятно куда ведут, которые не... вот еще одни, да, вот эти самые клаустрофобные коридоры, покрашенные в очень характерные цвета советского социалистической конторы, да, это вот этот вот зеленый цвет, который, да, такой кабаковский зеленый, я бы сказала, который Кабаков тоже именно как знак советского, такого советского конторского бюрократического пространства использовал, но это коридор, который, кажется, инсталляция, которая была показана на Венецианской биеннале, коридор, который кажется бесконечным, на самом деле он был 10 метров, и коридор, который просто... это оптическая иллюзия, да, которая просто уменьшается. И вот с этими как бы бесконечно уменьшающимися и исчезающими пространствами она работала, пространствами, в которые нельзя войти, пространствами кафкианскими, пространствами эшеровскими и пространствами, вот, которые, когда в это кафкианское сумасшедшее искаженное пространство превращается в пространство, хорошо есть... ей знакомые, вот это пространство госучреждений, да, вот это вот как пространство, опознаваемое советское пространство с этими обоями, с этим зеленым цветом, пространство, которое при этом на глазах, да, чем дальше, тем больше схлопывается, перестает существовать, исчезает, уменьшается пространство, которое это как раз в этом смысле это такая противоположность тем пространствам, с которым памяти, с которыми работает балка, пространство, в которое ты можешь войти, которое вот, по мере тебя, это пространство не по мере тебя, ты не можешь туда войти, ты не можешь туда вернуться, и в этом смысле они и устрашающие, и ностальгические одновременно. Может быть, ты бы хотел вернуться в этот советский мир, но ты уже как Алиса, которая выросла и не может туда вернуться обратно. Это немножко похоже, знаете, была замечательная инсталляция, очень похожая по смыслу у Ирины Кориной «Назад в будущее», когда она выстраивала лабиринт, да, она как бы существовала такая... существует до сих пор прекрасная московская галерея XL, и которая несколько раз переезжала, да, как это галереям свойственно. И вот первая инсталляция Кориной «Назад в будущее», она в новом пространстве галереи выстроила точный макет старого пространства галереи, которое было меньше, да, и поскольку там ходят все одни и те же люди, вот это абсолютно, знаешь, ты возвращаешься в прошлое, только стенки ниже, и за этими стенками огромные мозаичные фигуры вот таких вот советских космонавтов с мозаикой. Это такое возвращение в детство, в которое ты не можешь вернуться. Да? И вот с таким же попыткой вернуться в прошлое, да, что этот советский мир, который для нее, да, и она 72-го года рождения, как для меня это мир детства. Как этот мир детства уже исчезает, как он схлопывается. И, может быть, конечно, он, с одной стороны, кошмарный, да, с другой стороны, это мир, в который ты уже не можешь вернуться, он абсолютно искаженный. Это мир вот этой самой схлопывающейся оптической иллюзии. Ну, собственно, оптические иллюзии, собственно, игры с пространством ее в какой-то момент начинают интересовать больше, чем такая вот опознаваемая, да, вот эта кабаковская фактура, и возникают вот такие как бы искаженные пространства, скомканные пространства, сложенные пространства,
пространство, напоминаю, вот какая усталая комната, пространство, которое со всей очевидностью напоминает эстетику экспрессионистского кино, это декорации кабинета доктора Каллигари, да, перекошенные. И это тоже выставка, которую она делает для музея Фрейда, только того, который не в Лондоне, а в Вене, по-моему, которую она делает очень простым образом, выстраивает бумажную, когда делает макет инсталляции, она выстраивает комнату картонную и сминает ее. А потом вот эту смятую комнату выстраивается в полный масштаб, как инсталляция в музее. Да, вот с этими экспрессионистскими пространствами, опять-таки, абсолютно таким же коридором. Да, вот с той же историей вот этого клаустрофобии, того, что ты при всем желании не можешь туда уйти, хотя он вроде бы туда ведет. Да, такой недоступности этого. С целым городом, который оказывается, видимо, выброшен в помойку. А с некой уже почти с грязным фонтаном, в котором тоже черная вода. Это проект, который делается для выставки «Идеальный город», и который напоминает вот такой одряхлевший советский модернизм 70-х. Вот знаете, вот не так давно издательство «Гараже» выпустило совершенно замечательную книжку польскую, как раз «Польская хантология». Помните, мы говорили, вот это призракология, да, призраки так и не наступившего будущего. Но вот в случае этой книжки «Польская хантология» там немножко про другое. Для авторки этой книжки «Польская хантология» — это период между, когда уже кончился, как бы, уже кончился социализм, но еще не наступил капитализм, вот такая мерцающая такая реальность между чем-то уже закончившимся и чем-то еще не наступившим. И как раз она, автор книги, она как раз ссылается на Монику Сосновски, говорит, что Моника Сосновская работает именно с этой реальностью, вот с такой вот польской хантологией, с этим ощущением руин советского мира, да, поэтому вот это как бы вывернутое наизнанку пространство, вот тот же самый коридор, который вывернулся наизнанку, превратился в объект и оказался вот этой руиной, которую она выстраивает посреди прекрасного парка итальянской виллы, где вдруг стоит вот этот вывернувшийся наизнанку кусок дряхлеющего, обветшавшего советского мира, который может как бы очень по-разному себя вести, как бы, как, что может происходить с вывернутым пространством, вот такая вот комната, которая каким-то совершенно невероятным образом себя ведет и оказывается тоже вот этой скомканной картонкой, да, скомканной коробкой, которую кто-то выбросил в помойку. Да, целый тип пространства оказался выброшен в помойку. А, и мусор, да, вот такой проект, который она делает для Нью-Йоркского музея МОМА, где, собственно говоря, весь проект — это дыра в потолке и горка мусора, которая под ним лежит, строительного мусора, но это мусор невозможно, это мусор, который, это, который не, абсолютно ровными геометрическими фигурами. Да, что это как бы та реальность мусора, реальность прошлого. Вот это прошлое даже в виде мусора оказывается ненастоящим. У него даже вот этой реальности старья нету, которая, даже это уходит, вот все эти как бы пространства, которые оказываются все более и более иллюзорными, обманчивыми, фейковыми, миражными, и при этом абсолютно узнаваемыми, да, вот это вот как детские площадки, да, с лестницами, которые, да, существуют до сих пор в России, там, советские существовали в Польше, и за этими всеми, за этими коридорами, да, уже начинает брежить совершенно другая реальность, с которой она работала потом, вот, такая, вот такой вот проект, который она делала, Сосновская делала, когда она представляла Польшу на Венецианской биеннале. Это павильон Польши, действительно-таки павильон, один в один, огромная, странная, перекореженная арматура, не лишенная своей красоты, на которую обрушивается потолок этого павильона. Что это такое? Это действительно, это почти точно повторенная остов типичного советского блочного дома, польского многоквартирного 70-х годов, который как бы мало того, что она воспроизводит, насколько это возможно, но вот переживший катастрофу, но и заказывает его изготовление, собственно, инженерные работы на той же фабрике, которая сохранилась и которая вот с 70-х годов как бы строила эти, делала эти дома, то есть заставляет их людей как бы присоединяюсь к памяти тех, кто действительно там работал, тех, кто действительно делал это. Поэтому в этой абсолютно фантазматической, да, фантомной, невозможной фигуре на самом деле есть не то, что память, а есть как бы подлинность, да, которую абсолютно невозможно представить. Вот все эти арматуры. И
период, который начинается, период арматуры, да, период вот этого скелета, скелета, который как бы обрушилась, и плоть, вот та плоть, которая обрушается в руине, которая оказалась вот этими гипсовыми обломками, начинает проступать скелет этой уходящей реальности, скелет, который тоже не очень, тоже искорёженный, да, тоже мутирующий, как вот эти перила, которые повисают в воздухе, которые как бы все утрачивают свою функциональность, все как бы скрючивается, как спичка горящая, да, вот это абсолютно какое-то все исчезает, и все оказывается, опять-таки, это как бы она продолжает работать с такими эшеровскими пространствами, с эшеровскими обманками. Вот такая вот лестница, которая никуда не ведет, прежде всего, да, по ней невозможно провести рукой по этим перилам, невозможно подняться или спуститься по этой лестнице, которая взбунтовалась, и которая при этом выглядит такой, как бы в этом своем бунте против своей функциональности, оказывается, невероятно модернистская, она напоминает там формы Миро, да, и она напоминает, конечно, башню Третьего Интернационала, которая Татлина, вот этот символ, главный символ невозможной коммунистической, да, утопической архитектуры, но башня Интернационала, которая сама по себе вот как бы мутирует и обрушивается, пожарная, пожарная лестница, по которым нельзя уйти в случае пожара, то есть это всегда, опять-таки, ситуация некой клаустрофобии, невозможности выхода, невозможности побега и ухода в какие-то абсолютно, как бы, другие измерения, да, как эти лестницы сворачиваются и превращаются в дерево, и превращаются, да, вот в такую елочку, которая очень хорошо на Нью-Йоркской улице смотрится, закручивается в спираль, превращается в скульптуру и, собственно говоря, превращается в ту самую абстрактную скульптуру, которой не было в большей степени была, которая не была в советском мире. Так как бы обрастает даже некой кокетливой декоративностью, как если бы обнажившийся до скелета и искорежившись, это простая, как бы бедная эстетика уходящая советского проекта современности, вдруг начинала делать вид, что она там стиль модерн или что она модернизм, и начинала имитировать какие-то другие такие кокетливо декоративные формы, которые ей в ее, так сказать, простоте и аскетизме не были свойственны. Как бы начинала быть причудливой, начиная, как бы там превращалась в ширму, превращалась в эту модернистскую скульптуру. Вообще в этом есть какое-то ощущение, даже, я не опять-таки не знаю, насколько это существовало в социалистической Польше, но это прекрасно существовало в Советском Союзе, да, который я помню, когда помимо руин, как бы как раз руин особо не было, руины, а был долгострой, да, когда что-то вот строится, и настолько долго строится, что понятно, что уже что уже недостроенное начинает превращаться в руины. И вот с этим самым руинированным недостроем, да, который никогда, который так и не, там нечему рушиться, это тоже вот как бы та вот как бы не случившаяся потенциальность, так и не наступившая, которая устарела до того, как будущее, которое стало прошлым до того, как наступить, это тоже вот тот мир, с которым, который очень убедительно в своих работах выстраивает Моника Сосновская, со всеми его деталями, тоже как бы с разной степенью вот этого строительного мусора, как бы реальности и реальности того, как это, как то, что кажется предельно материальным, вдруг раскисает, повисает в воздухе, устает, да, с ощущением абсолютной вот этой усталости металла, усталости материалов, которые наступили, когда все это превращается, скручивается, падает, обрушивается, и в этом своем обрушении усталости, как усталая комната, неожиданно обретает как раз скульптурные и исключительно авангардные модернистские формы и качества, да, как такое окно, которое улетает куда-то, и как башня такой, да, башня, огромный проект, как раз омаж уже не только
польскому, но и международному модернизму в основу этой скульптуры положена та арматура, на которой построены одни из небоскребы Мисса Ван дер Роэ в Чикаго. Да? Мисс Ван дер Роэ – один из главных архитекторов Баухауса, который в 30-е годы эмигрирует в Америку и создает там то, что называется международный архитектурный стиль, вот эта архитектура стекла и бетона, архитектуру, которую вполне себе экспортировали, в том числе и в социалистический мир, и как бы вот его архитектура, вот эта руина, как бы, руина модернизма, когда руины социализма оказываются руинами модернизма, на самом деле, модернистского проекта, она берет за основу, как бы корежа их и превращая их опять-таки еще в одну такую падшую башню Татлина в том числе. Вот, там какие-то элементы дверей, вот такой проект, который она делает в мастерской в фонде Калдера, в мастерской Калдера, поэтому тут вполне считываются ассоциации с Калдером, но и с тем, как опять-таки как в этом модернизме прорастает стиль модерн, прорастает некоторая причудливость, прорастает некая абсолютная вот бунт против этого аскетизма, который свойственен модернизму, да, вот такой, и как они тоже все это в конце концов скукоживается и превращается в такой скомканные обломки, которые выбрасывают. Вот, и такой, может быть, самый грандиозный памятник вот этому рухнувшему проекту современности, проект «Павильон», как раз напоминающий колючую проволоку, и сделанный как раз на основе, это действительно точные архитектурные элементы, арматуры, элементы балконов, торговых павильонов, детских площадок, которые она берет из в свое время очень авангардного и модернистского проекта застройки жилых микрорайонов города Люблина. Там, 60-й год, абсолютно новаторский современный проект, где открытые структуры, город для жителей, город, который может модифицироваться жителями, общественное пространство, и она берет элементы этого, чертежи, действительно реальные элементы этого, как бы, не найденные объекты, а реальные чертежи измерения этого района, корежит его и показывает вот эту вот утопию, как бы рухнувший модернизм. И она в одном из интервью рассказывает, как в Польше после окончания как бы, советской власти стали сносить под корень все советские здания, в том числе и те, которые там были очевидно очень удачными. Да, вот этот как бы сносить не только действительно там, такой модернизм 60-х, и вместо него строить плохие реконструкции средневековья, да, или средневековой Польши, да, или стиля модерн, вот строить это самое уже утраченное прошлое, убивая под него еще живое прошлое. И вот как бы то, что она строит, вот это вот то, что она пытается оставить память, о чем это вот эти вот как бы хронологии, вот эти руины социализма, руины социализма как одной из форм модернизма. Вот поэтому такая инсталляция, действительно напоминающая вот эти искореженные детские площадки больше всего, а этот рухнувший фасад. И как бы, причем мне удивительным образом, у меня такие, видимо, все проекты, они с такими колебаниями большей абстрактности и большей реалистичности. И, видимо, то, как бы, начинается это с таких гиперреалистических этих кабаковских коридоров с обманкой, потом возникает опять-таки минималистские вот эти ожогные структуры, потом возникают достаточно, опять-таки, зрелищные, реалистичные, иллюзионистские, да, в него хочется зайти павильон. И опять это все, видимо, вот в последнее время уходит в очередную форму минимализма и абстракции, где возникает история, опять-таки, вот с этими перилами, которые никуда не ведут. Да, у нас есть лестничные перила, а потом вот куда они заводят. Вот что с ними происходит. Они превращаются в такую абсолютную живопись, живописные структуры, собственно, очень напоминающие на те, как бы, вроде бы реалистические, но все больше и больше уходящие в абстракцию ранние живописные полотна, с которых она начинала свою карьеру. Спасибо. Есть ли у кого-нибудь вопросы?
Ну, знаете, вот Сосновскую я не помню, была в Москве или нет, а выставка «Фрагмент балки» была на Авиазаводе в 2011 году, если я не ошибаюсь, это довольно давно уже. Ну, спасибо.